18 августа в России свой профессиональный праздник отмечают географы. Цель мероприятия – привлечение новых талантливых специалистов для изучения просторов нашей необъятной страны. В центре Вера это событие обойти стороной не смогли и организовали костюмированный праздник с концертом. С инициативой отметить День географа вышли сами завсегдатаи центра. Такую возможность им предоставило руководство Веры, которое первое в Московской области запустило программу открытого пространства, когда именно пенсионеры могут выступать организаторами различных мероприятий, кружков и клубов. Сегодня, в День географа, 18 августа, у нас организовался клуб интернациональной дружбы. Клуб будет в дальнейшем развиваться, работаем мы над этим. И, конечно, это нужно. Люди приходят, объединяются, делятся своими пожеланиями, рассказывают про, опять же, разные национальности. Это их объединяет, рассказывают историю, опять же, кружки, опять же, тот же Цигун, Китай. Все это вместе, единство. Четыре команды, какая выпадет страна, решалась жеребьевкой. Россия, Куба, Китай и Индия. На подготовку участников было около 2 недель. С костюмами помогли сотрудники Дворца культуры. Что-то находили или шили сами. Разучивали стихи, песни, упорно репетировали. Когда я вытянула вот именно Россию, я, вы знаете, с облегчением вздохнула. Ну, это наша родина. Она богата, ну, все леса, поля, реки, луга. Но это все наша российская. В итоге сегодня в центре Вера получилось красочное мероприятие, объединяющее людей, страны, национальности и традиции. Великолепные выступления. Так интересно было все послушать. Замечательные постановки, традиции. Очень понравилось. Спасибо большое. Очень понравилось. В основном, конечно, больше Китай. Почему? Не знаю почему, но мне понравились они больше. Ну а в завершении этого яркого представления вот представители Кубы, правильно? Кубы представляете? Куба, вы? Куба. Решили угостить всех гостей. И вам. Это что? Это чурос. Чурос. А расскажите, это какое-то национальное блюдо, да? Национальное блюдо, посыпанное сахарной пудрой. Русское? Русское национальное блюдо. Оно, оказывается, русское национальное блюдо, но, однако же, сегодня вот такой вот получился дружба народов. Давайте попробуем. Да, и вам немножко. Великолепно. Ну, уже тут хвостики остались. Юлия Погосян, Александр Логинов, «Видное ТВ».